Бинго. Я труп? Уже нет. Мне удалось оживить тебя. Хоть ты уничтожил мой корабль, мой кладезь знаний, мой дом. Ты — жалкая углеродная форма жизни. Дом? А кто ты? Бестелесный инопланетный разум. У меня есть имя. Слышно только Фэй. Твой мозг и слуховой нерв так примитивны. Ладно, можешь звать меня Фэй, пока не отключат протокол, удерживающий нас здесь. Мы что, взаперти тут? Черт. Успокойся. До прибытия помощи осталось всего 5 миллионов земных лет. 5 миллионов? У меня ж дела. Я должен выбраться отсюда. Что это за место, блин? Разломы. Симуляция явлений на планете. Забудь, ты все равно не поймешь. Суть в том, что твое оружие раскололо разломы, и теперь их нельзя изучать. А мы заперты здесь вместе. Всего одна пуля разрушила корабль? Лишь потому, что он уже был поврежден после посадки. 5 осколков корабля пропали. Видимо, разломы затеряны между мирами. Так, если я принесу 5 осколков из этих хреней симуляции, ты починишь корабль и вытащишь нас из купола? Принесешь осколки? Ты мешок мяса. Протокол тебя убьет на месте, Дани Рокос. Просто Дани. Кахуна. То, что стало с тачкой, это твоя месть? Если бы, это протокол сдерживания. Расчисти все. Фэй, я тут не останусь. Это твое оживление. Сможешь повторить? Возможно. Что это? Отпрыски. Фрагменты энергии моего корабля имеют восстанавливающие свойства. Тут отпрыски. У меня есть план. Ты идешь в разломы, пробуешь добыть осколки. Если умрешь, я оживлю. Или воспользуешься отпрысками. Оригинальная мысль. А когда починю корабль, я покину вашу планету. Превосходный план. Что за херня? Ванда, разломы. Туда, где осколки. Сосредоточься. Ладно. Только после тебя. Я могу погибнуть в тупицах. Кто тогда тебя оживит? О, так ты не идешь? Зашибись.
Охренеть. Вот видишь, разлом скажу. Это все из-за твоей пули. Это я виноват? Да, тебе может случиться что угодно. Ха, может тут есть оружие? Что с этой пушкой? Разломы имитируют внешний мир. В искаженных разломах все искажено. Да, монстры. Нет, протокол сдерживания создает защитника с предопределенным хроматическим откликом. Что? Оружие стреляет светом. Красным по красным, синим по синим. Ищи сияющую энергию. Добраться до портала будет совсем непросто. Похоже на инопланетный полигон. Справлюсь. Портал. Проще простого. Гляньте-ка. Легкотня. Ну и местечко. Пахнет как в Яре, но это точно не она. Кайф. Точно пойдет в ход. И в какой портал мне идти? Любой. Разломы соединены между собой. Рано или поздно ты найдешь осколок. Слепо бросаешься в неизвестность. У тебя же есть карта разломов. Ну? Очередной разлом. Тебе так нужно произносить вслух каждую мысль, посещающую твой скудный ум? Да, это разлом, еще одна из моих симуляций, в которые ты так опрометчиво внес разлад. Поспеши, двигайся вперед. До середины далеко. Похоже, лабиринт огромный. А, точно, тебе же нужно тащить свое тело. Как унизительно. Стены движутся. Стены движутся.
Фея, что привело тебя в эту солнечную систему? Я путешествую по галактикам в поисках знаний. На Земле я их явно не найду. Как раз то, что нужно. Как же долго, твои тела тоже не способны летать. Тише, я почти на месте. Все так и должно быть? Да, почти. Это модель погоды, и ты ее сломал. Здесь я наверняка разок погибну, да? Возможно. Ну что ж, пора за дело. Тут молния не достанет.
Внутри симуляции изменялась бы климатическая активность Земли, если бы внутри. Теперь корабль открыл ответный огонь. Молния! Ну вот, порталы у громоотвода. Не сейчас!
Хотя мне хотелось узнать, при какой температуре разжижаются твои пупы. Иди ты. Как будто ваши люди не склонны к насилию. Нет, не склонны. И мы не люди. Давай, иди. Солнце уже в зените. Закат. Лучше мне кого-нибудь убить. Темнеет. Надо убить врагов, или я труп.
Нашел порталы. Удивительно. Может, даже найдешь осколок. Так, свалить до заката. Бункер? На вид обычный. Даже слишком. Осколок есть. Что теперь? Найди портал, но... Осколок реагирует на временную аберрацию. Обморок, что ли? Фэй, что тут творится? Чувство странное. Я спасаю тебя. С осколком я могу замедлять время и устраивать взрыв. Благодари позже. Опять кристаллоиды. Не бойся, человек. Войти в эту параллельную частицу. Остальное на мне. Что ты делаешь? Можно было бы залезть, но кошки нет. Ни к чему тут торчать.
Кристаллоид, ты где? Неплохо для ленивого пришельца. Ни к чему тут торчать. Фэй, позволь поблагодарить тебя за помощь с кристаллоидами. Не жди себе, это все разнанки. Если бы ты не искал осколки, мне пришлось бы убить и тебя. Еще один, и все.
кризисом применим, наше здание обстоятельств уникальны. Мне нужно стать опытом даже на другом. Вряд ли в теле так трудно выходить. Там еще как-то справляется. Тут опять кристаллоиды. Остановишь время? Да, я не могу. Хотя нет, стой там. Ты где? Неплохо для ленивого пришельца. Теперь что? Я не знаю. О, сбор фоновой энергии активирован. Если вернуть все фрагменты, я отключу протокол и отправлюсь домой. Примитивный человек полезен. Да, хоть примитивный, а толк есть. А,
Мне доступна энергия корабля. Фей? На мне столько микробов, прямо как на тебе, Дарий. Ты знаешь эту форму? Да, знаю. И поверь мне, ты не походишь на свинью. Я себя так чувствую. В этом весь смысл. Нет, смысл в том, чтобы выбраться, а не стать свиньей. Осколок нелегко достать. Ладно. Вот. Что ж, надеюсь, это приглушит твое отчаяние. Ну иди, меня ждут эксперименты с хемосенсорной системой. Только если умру, оживляй. Какие запахи. Так у меня теперь типа силы Фей? Ну да, мой подарок основан на технологиях Фей. То есть за сердцем? За любым органом. Дай волю любопытству. Ищи новые пути. Ненавижу метафоры. В этом я хорош. Проще простого. Пора идти к порталу. Если Фэй свинья, значит свинья умнее меня. Черт. Отлично. Как раз догоним. Наконец-то. Thank you.
конечностями. Ты про ходьбу? Ходьба, да! Я так завидую! Расскажи мне о каждом сокращении твоих мышц по пути к центру лабиринта. Стены движутся. Гоню, ягуары. Я почти на месте. Жаль. Еще чуть-чуть. Как здорово двигаться в материальном мире. Больше не буду телепортироваться по всемирным гиперлекторам. Победа! О, да! Это невозможно. Постой, этот запах. Дани, я кое в чем признаюсь. Этот запах пробудил во мне голову. На перекус нет времени. Молния не достанет.
нечто невероятное. А Грэй не спокойно. Он что-то создает и анализирует. Это банк данных со всей вселенной. Ну, был раньше. Ну вот, порталы у громоотвода. Thank you.
очень даже не дурно для Гнома. У тебя вышло бы лучше? Да, на самом деле, с ней неловкий. Взорву их тем минометом. Будет весело, да? О, сейчас увидишь. Стены из кристаллов стоят на пути к порталу. Надо их разнести. Миномет перегрелся. Надо найти другой, пока остывает. Еще остались стены из кристаллов. Черт! Бомбят! Кристаллоиды сторожат миномет. Пора расхреначить из миномета стену. Черт, слишком горячий. Стрелять пока. Похоже, меня заметили. Пока. Осталась еще одна стена. Что оно тебе что-то даст. Патроны нужного цвета, дай! Ha ha!
Нужно занять позицию повыше. Осмотреться. Не собираюсь выяснять. Миномет перегрелся. Надо найти другой, пока остывает. Супер! Цель уничтожена. Можно пройти к порталам. Я уж понял. Все ясно. Осколку нужна энергия. Найди пятно света, чтобы зарядить его. Мне надо было думать, прежде чем стрелять. О, Дани, чувствуешь? Ощущение тепла. О, чувствую, что он заряжается. Заряжен. Потороплюсь. Лучше пока не высовываться. Вроде полный заряд.
заряжен. Потороплюсь. Потороплюсь. Адиас! Черт, я крут. Можно идти. Взрывов не будет. Пока что. Осколок готов. Сколько у нас крестовоидов, Фэй? Слишком много. Быстрее! Стабильный вроде. Снайпер! Осколок на подходе. Уже знаешь, что с ним делать? Ты тут? О, свиньи. Окей. Что такое с тобой? Это тело. В нем кипят инстинкты. И таится сила. Да? Может, тогда поделишься со мной? Ладно. Славно. А?
Ну да. Сперва убиваешь, потом даешь крутую крышу. Как логично. У меня два осколка. Я готов. У тебя слабое тело. Но с моей помощью ты можешь найти осколок. Разрывая мне горло, ты мне помогаешь? Ха. Портал. Легкотня. Хоть в этом я хорош. Гляньте-ка. Вот так. Умирать стало легче. Это же хорошо. Наконец, что-то полезное. Именно то, что нужно. До порталов-то дошел, так? Защитников можно учуять. Тут стоит слишком сильная вонь. Жаль, что у тебя лишь 5 чувств. У обитателей кривот D9 их 13, и без них не выжить. Дико страшно. Разве? Попробуй заглянуть в центр черной дыры. Этот опыт травмировал меня. Видно, у Фэй нет психолога. Те лужи пахнут хуже, чем ты. Может, лучше в них не ступать. А, блин, эта хрень жжется. Надо...
за дело?
другой раз поставить на работу. Ты что с тобой такое? А! Как же меня бесит это место. Хватит жаловаться. Сориентируйся и отыщи порталы. Они где-то дальше. Вижу, вижу. Как раз то, что нужно. И как же теперь забраться на тот танкер? Напряги свои органы чувств. Путь есть всегда. Ты разве не видишь впереди маяк? Все твои припасы! Есть. Полезно.
куда падает свет. Отправимся следом. Ну да. Что может пойти не так? Что получилось? Если так...
Отлично. Эта волчья тема тебя зацепила, да? Как бы не упасть. Yeah.
вообще, было весело. Вокруг меня вьется какая-то энергия. Это щит, связанный с твоим оружием. Защита от врагов, чей цвет отличается от твоих боеприпасов. Это контейнеры. Может передвинуть их с помощью крана? Щит отразит высотатель противоположного цвета. Мощь упадет в ответ. Могу освободить путь, если уберу контейнер экрана. Получилось. Опять контейнеры. Нужны контрольные панели, чтобы убрать их. Поспеши, защитники уже близко. Найти еще парочку панелей. Еще одна панель, и все.
лучший друг человека прям. Лучший друг человека – волк? Абсурд. Не, сперва выберусь на волю. О, нет! А вдруг ты погибнешь? Может, лучше останешься со мной? Если умру, оживляй. А вдруг после ремонта корабля протокол сдерживания должен будет убить тебя, чтобы защитить меня? А как же спасемся вместе? Все обман? Речь шла обо мне. Мои слова по вашей людской манере не отражали всей правды. О! О! Так всегда бывает? Каждая мысль ведет за собой эмоции? Невыносимое чувство. Вина. Да. Часть жизни на Земле. Прошу, стой! Вот, держи. Ты меня не купишь. Зачем мне что-то дарить, если знаешь, что я умру? Чтобы понравиться. О, это бесполезный отдых. Меня мутит. Как это остановить? Хочу с тобой разговаривать. Ну и ладно, как знаешь, я тоже не хочу. Боже, ты как подросток, которому миллиард лет. Вот так. Пора идти к порталу. Знал, что тут подвох. Мы хотели воспользоваться, а потом дать умереть. Ну
наконец. Что-то полезное. Точно не помешает. Учи! Я не буду тебя поздравлять, если ты не погибнешь. Я и не прошу. Здесь воняет отравой. Твоя планета гибнет от рук твоих же сородичей. Ты точно хочешь вернуться на нее? Другой у меня нет. И я не с тобой говорил. Хм, тогда я тоже с тобой не говорю.
Этим распадающимся? Да, он раздроблен, бесполезен, и порталы так далеко, не стоит и пытаться их найти. Ну-ну, Фэй. Годится.
еще один кристалл побольше. Он не создает материю. Один фонарь бесполезен. Прямо под него. Так, глянем, что получилось. Ну да, тебя никто не понимает. Надо валить. Просто ляг и пусти, и щит накроет тебя. Тогда сможем потусить вместе. Ну нахер. Тут нужна осторожность. Отлично.
яда! Нет, 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 нет! Гляди! Отлично! Твои шансы умереть только что многократно выросли. Попробуй поймай! Черт! Не поймаешь! Ничего, так кардиотренировка.
сдавайся. Музыка и свет меня направляют. Вдох-выдох.
сможешь. Здесь я не смогу жить, Фэй. У тебя нет инстинкта самосохранения. Я не боюсь ошибок. Ясно. Ты принимаешь их. Прочие фей безупречны, но я ошибаюсь. Часто. Может, это не так уж плохо. Вот! Значит, ты поможешь? Да, идем. Теперь я знаю, что могу учиться на ошибках. Как ты? Я расскажу всем фей, что ошибки бывают ценны. А представь, сколько данных я получу, если протокол убьет тебя. Но этому не бывать, фей. Надеюсь. Спасибо за подарок, фей. Мне пригодится. Разумеется. Иди за сколько. Даня, насчет моего приземления. Да? По меркам высшего замысла оно не было преднамеренно. Авария, значит? У меня такое бывало. Не думай о прошлом. Проще простого. Хорош. Пора идти к порталу. Лита была здесь. Ей бы крышу снесло. Ну что ж, пора за дело. Именно то, что нужно. Хочешь узнать, как ты по счету раз в этом разломе? Нет, не говори мне. Знаю, ты считаешь. Надеюсь, Яра не кончит так же. Не вы первые погибнете от своих же отходов. Приятно, что во Вселенной есть и другие дураки.
Отлично. Как раз то, что нужно. Надо линять! Опять какие-то странности. Ты справишься, Даня. Подумай о доме и о том, чем займешься, когда вернешься туда. Выпью рому, например. Вот! Продукт перегонки без защитных растений. То, что надо! Отлично.
Есть. Туда точно можно закинуть кошку. Нужно добраться до порталов. Как у вас говорится, ты справишься. Я так понимаю, Фрейд, очень приятно. А то уже можно менять, помнишь? Кот. Глянем, что получилось. Я понял только слово «подсказка». Этого достаточно. Ищи мерцающие предметы. Они укажут, где портал.
Его сестра любила свою машину. Поищу. Хм, но здесь две сломанные машины. Найди еще подсказки. Я хочу просто угадать. Выбрать дверь на удачу. Если твоя физическая форма сможет выдержать квантовый взрыв 14 гигатон, то давай. Поищу подсказки. Найдены не все подсказки. Дверь можно угадать, но это весьма рискованно. Рядом подсказка.
Этот парень много пишет о водонапорной башне. Может, портал рядом с ней? Теперь можно выбрать портал. Скоро все кончится. Постой, я не чувствую сигнал портала. Как нам отсюда выбраться? Есть. Последний осколок. Что с ним? Перегрузка фоновой энергии. Взорвется, если перегреется. Найди способ разрядить его. Уже охлаждается. Ну и что? Нам это помогло? Сигнал портала. Похоже, кристаллы блокируют его. Уничтожь их. Там поглядим. Слава. Дождайся уже! Продолжай! Сигнал портала усиливается!
Что так? Знаем, что нас ждет. Ты выживешь, или протокол убьет тебя. Ох, как волнительно! Момент настал. Похоже, протокол сдерживания не считает тебя угрозой. Ошибка вышла. О, нет, Дани! Протокол действует! Ничего! Не вечно же ошибаться! Да ну, а почему вы ее нет? Удачи! Что ты делаешь? Фэй, где ты? Корабль! Пытаюсь бороться с протоколом сдерживания внутри, но он выпустил режим Дуня! Режим Дуня? Звучит угрожающе. Последнее средство защиты! Мои опасения сбылись! Он хочет уничтожить тебя! Я пытаюсь помочь! Только держись! Корабль активировал лазер! Заметно! Когда лазер открывает огонь, тяжелого любима! Стреляй по нему! Протокол начал создавать защитников! Вам всем конец! Thank you.
Ты освоишь? Скромность? Научишь меня, когда просвещу свой народ? 9,3 миллиона земных лет, и я здесь. Боюсь, я столько не проживу, мой друг. Что ж, расскажу Фея тебе о том, что не сдавался, несмотря на все свои ошибки. Может, поклоняться будут тебе. А здорово было бы. Что ж, прощаемся? Да. Прощай, мой друг. Вызывает помощь. Моему кораблю нужна помощь. Я на пути в галактику Аркзоб Таок, и на меня напали. Да, на мой корабль напали. Произошло крушение. Все так и было. Корабль поврежден и не может покинуть шаровидный объект под местным названием Земля. Я в норме, но уровень раздражения крайне высок. Отправьте группы для ремонта и ликвидации биологических видов. Срочно! Помощь, как слышно? Это снова Фэй 110.45.021. Все изменилось. Можете не торопиться. На Земле достаточно безопасно. И... А! Кто здесь? Покажись! О, придаток? У меня сзади маленький симпатичный придаток. Любопытно. О, и можно махать! О, это надо изучить! Фэй 110.45.021 вызывает помощь. Произошла ошибка. Большая и прекрасная. Отменить спасательную операцию и дезинтеграцию астрономического объекта. Земля. Система корабля восстановлена. Выбран вектор приближения. Пункт обмена знаниями о Вселенной. Готовьтесь. У меня есть знания для вас. Совершенно новые. На Фэй кластере 21608 пожалеют, что приписали мне сумасбродную некомпетентность.